Хотел покреативить, но оказался в полиции. Красноярца задержали за опасную фотосессию на театральной площади. Ради эффектных кадров молодой человек устроил дрифт на машине с полуобнаженными девушками. Не помешали фотографу ни запрещающие знаки, ни всюду гуляющие пешеходы. А из своего задержания он и его друзья устроили шоу. Подробности расскажет Дарья Морева. Девочки зарабатывают систему во имя искусства. Полуголые девочки и танцы на морозе. Нет, это не съемки фильма для взрослых, а реклама сервиса проката авто. Именно так фотограф Руслан решил покреативить и привлечь аудиторию. А для эффектных кадров устроил настоящее дрифт-шоу. И все это прямо на театральной площади, где гуляют пешеходы. Сейчас даже нельзя, да, заезжать. Но их это не остановило. Повеселились креативщики на славу, наснимали видео и буквально за одну ночь обрели популярность в соцсетях. Обратили внимание на молодой талант и сотрудники ДПС. Фотографа задержали и доставили в участок, где он и рассказал о том вечере. При этом сам Руслан не считает, что подвергал пешеходов опасности, рассекая по площади на машине. И извиняться ни перед кем не собирается. Заехали на съем, чтобы отснять девчонок с машины. Вы видео снимали, да? Ну, иконки. Вы знаете, что это пешеходная зона? Ну, я так понял, что там есть знак. Просто на тот момент я его не увидел. Ну, извиняться не хочу, но могу сказать, что, допустим, кого-то давить, кому-то навредить, я точно не хотел. Правоохранители оштрафовали парня на 2500 за тонировку и езду в неположенном месте. Однако у Руслана оказались и непогашенные долги, из-за которых парня отправили под арест на 2 суток. А пока он ждал суда, его верные друзья собрали для Руслана нескромные передачки, чтобы тот якобы не привыкал к тюремной жизни. После суда у Руслана и Корка. Все, пацаны, как думаете, можно мясо? Потому что готово уже сразу. Ну так-то варить не надо, камчатский краб, как бы, дело такое, мартини. Слушай, ну капуста самое то, я считаю, да? Я думаю, он не будет скучать. За непогашенные штрафы парню грозит удвоение суммы или обязательные работы. Но состоялся ли в итоге суд, неизвестно. Ведь сейчас фотограф уже находится дома, за что на своей страничке поблагодарил за помощь маму. И судя по публикациям в соцсетях, теперь даже гордится этой историей. А извлек ли он из этого хоть какой-то урок, покажет время. Дарья Морева, 7 канал.